Вы смотрите Seven News, и начну я со срочной новости из Ак-Орды. Глава государства подписал указ о проведении в стране внеочередных президентских выборов. Произошло это после консультации Нурсултана Назарбаева со спикерами обеих палат парламента, премьером и главой Конституционного совета. В интересах народа, учитывая их просьбу ко мне и волю всеобщую, и ради неукоснительного выполнения основного закона, я принял решение и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 41 Конституции страны подписал указ о назначении на 26 апреля 2015 года внеочередных президентских выборов. Для Казахстана выборы всегда были высшим механизмом единства и согласия в обществе. Убежден, что так будет и сейчас, и всегда. Выборы – это важнейший конституционный патриотический акт. Необходимо провести их в строгом соответствии с законодательством, открыто и честно, при широком участии отечественных международных наблюдателей. Решение относительно своего участия в предстоящих выборах я приму позже в полном соответствии с Конституцией, законами нашей страны.